моя страница. Прикололись два наших молодых человека, ну, такие парнишки совсем, тинейджеры, в Нью-Йорке, в метро. Больше всех была удивлена вот эта наблюдающая за тем, как проходят в автоматах, вот это гамбургероподобное. А они магнитные карточки, вот эти, которые надо прикладывать, они в шапку засунули себе зимой. Подошли, и первый говорит: «Господи, пропусти без билета». Я обожаю наших людей. Я одно говорю, это бы на пользу родине. А представляете, та в Бога верить начала в этот момент, потому что этот же раскрылся автомат сразу. И второй: «Господи, пропусти без билета». Еще один написал: украинец ехал по спидвею в Америку, забыл права дома. Остановила дорожная полиция. Говорит: документы, права. А тот думает, а что же делать? И дал украинскую декларацию, заполненную на украинском языке. Полицейский смотрел, а для него это клинопись вообще, это пентаграммы какие-то. Говорит: что это такое? Тот говорит: это права. Какой страны? Это в Украине сейчас выдают права такие. А почему без карточки? Готовы? А у нас маленькая страна, все в лицо друг друга знают. Ну и совсем, чтобы вызвать чувство гордости за наше творческое полушарие у вас. Это одно из последних писем, пришедшее из Германии. Наши эмигранты решили построить там какую-то себе пристройку к дому. Но купить кирпичи им на ум не придет никогда, только наворовать. Когда? В воскресенье. Где? На стройке. Потому что немцам на ум не придет охранять кирпичи на стройке в воскресенье. Наши приехали, стали складывать багажник, прицеп, наполнили. Подъезжает полиция, спрашивает: что вы делаете? Не моргнув глазом, наши. Испытывайте сейчас чувство счастья и гордости за наших. Говорят: понимаете, дело в том, что мы строили дом, у нас остались лишние кирпичи, и вот, чтобы не пропадало, мы сюда привезли. А теперь я требую испытать гордость за наших. Немцы, полицейские говорят: это по закону нельзя, немедленно все забирайте и уезжайте.